Бессмертный полк прошагал и по всем населенным пунктам округа. Так, жители Медвежьих озер с портретами родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, проследовали по двум маршрутам. Первая колонна начала свой путь от поселка Новый Городок, вторая от школы номер 19. Даже совсем юные участники акции с гордостью называли имена и фамилии своих близких. Они знают, какой трудный и героический путь проделали их деды и прадеды. Ко Дню Победы! Орлов Константин Васильевич, мой прадедушка, который прошел войну от начала до конца, призвали его на войну в 17 лет. Дед Виницкий Антон Иванович, бабушка Виницкая Клавдия Ивановна. Дедушка прошел всю войну, финскую и полностью Великую Отечественную. Бомбардировщик, стрелком-радистом был. Вот, здесь, к сожалению, фотография одна с бабушкой. Вот, а так он награжен орденами и медалями. Завершилось шествие у памятника павшим за Отечество. На площади перед Медвежьеозерским домом культуры прошли митинг и церемония возложения цветов. В память о погибших прозвучали залпы парадного расчета. Этот залп не боевой. Он лишь отзвук той страшной войны, что гремела на земле десятилетия назад. И память о героях, отдавших свои жизни за наше будущее.